have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мини-моторвайс у нас сегодня, в челленджах у нас делики недельные, у нас есть Бусан и Ванкувер, Ванкувер тоже звучит что-то как интересное, тут еще и челлендж такой, мега-моторвайс, начни с 9 моторвэями, фига себе, купи один, получи один, офигеть. Так это же не челлендж, это же прям... У нас есть еще и Бусан. Мне на самом деле интересно в Бусан сыграть, потому что такой город, который не так часто встречается, это Корея. А мост у меня сразу есть. На, держи тебе. Прямое назначение. У нас сразу сходу есть один моторвей. И у нас есть парочка мостов. Челлендж у нас в том, что сразу все торговые центры будут высокими, круглыми, то есть сразу спрос будет гораздо больше. Блин, ребят, я бы на самом деле хотел бы еще и Ванкувер сыграть, и на прохождение сыграть. Посмотрим, как оно получится. Потому что Ванкувер тоже выглядит крайне любопытно. Но не будет ли это перебором на сегодня? Давайте посмотрим, сколько времени займут эти касочки. Просто если за 3 катки у нас серия вылезет за час, наверное, это было бы слишком утомительно. Но ладно. Посмотрим, как оно пойдет. Может, я сейчас быстренько проду, и все будет хорошо. Знаете что, давайте тогда мы ускорим немножко все дело. Если мы хотим за сегодня сыграть 3 катки, давайте мы... ускоримся. Вот, и... Возможно, мы тогда все успеем. Вот это пока что выглядит все очень плохо. А сколько у меня 13 тайлс осталось? 13 тайлс я не успею, скорее всего. А, спасибо. Два моста, 20... Да, пожалуйста. Давайте. Вот так вот сделаем. Тогда вот это сюда. Вот это сюда. Все, пусть все синие едут поверху в торговый центр. Так будет проще. И вообще вот это тогда надо снести к черту. Он развернулся и поехал обратно. Просто такая, а, не-не-не, я не в тот двор заехал. Все нормально. Так. Ну тогда давай еще один мост. А пока они у нас есть... Пока они у нас есть, давайте ими пользоваться. О, как я закрутил тут. Давай вот по дальней, по объездной пойдешь. Так, и еще один мост. Не могу, да, сюда? Я понял. Все. Что нам дадут? Roundabout и 40. Па-па-па-пам. Я бы взял бы вот этот. Пока что. А могу его вот сюда вот поставить куда-то? Не могу. Конечно же не могу. Зачем? А, там вода. Чтоб тебя. С отдельным... В смысле? А ну синие, блин. А, я же вас не подсоединил. Твою за ногу. Вот это я сейчас протупил. Быстро вывозите оттуда. Стоит торговый центр, я его не подсоединил. Доволен как слон. Т-
Да, он все-таки лоб. Ну вот, ну да, ну да. Знаете, мне кажется, это потому, что я играл сейчас на ускоренном меню. Не, я его переделывать не буду. Ну, будет мне уроком. Ладно, тогда мы здесь за сегодня точно сможем упихать 3 челленджа. Давайте Ванкувер глянем. Не буду его сейчас крутить на ускоренном. Ты выключаешь different way to play me. За неделю можно пытаться сколько угодно раз, чтобы получить хайскор. Ну, хорошо. 9 моторвеев и двойные покупки. Пока что звучит как что-то хорошее, но всегда есть подвох, правда? Всегда есть подвох. Мне как только я это заметил, нужно было сбавить скорость. Но я подумал, что я, наоборот, быстренько туда подкину дорогу, и они все вывезут, синенькие. Но синенькие не вывезли. Хотя у меня там даже заторов не было, они просто физически не вывезли, потому что я слишком запустил... Ну, короче, да. Мой косяк. И в том, что я поставил слишком быстро, и в том, что я провтыкал. Так что, да, тут все нормально. Пока что у нас только желтенькие, только торговые центры. Вроде как никакого другого уровня сложности-то не прикрутили. Добавили только бонусов. Ну, насколько это выглядит пока что, я не знаю. Посмотрим. Я еще на самом деле ни разу недельный не делал. И посмотрим, как оно получится, да? Ну, такое. Ванкувер Харбор. Вот это то, что дали сразу 9 хайвеев, ну, руки чешутся взять и сразу же куда-нибудь их понаставить. А кстати, почему бы нам это не сделать. Так, а в воскресенье, мы сейчас получим, подарочки нам завезут, 2,40, да, давайте, синий. Давайте тогда сразу же поставим один вот тут вот для синего сообщества и проведем его вот сюда. Сразу там, допустим. Белые мы... А мне нет моста. Офигенно. Давайте мы от белых тоже. Так, синий нам нужно провести вот этот. Сделаем для них хайвей. Подключим сейчас быстренько их сюда. Я могу убрать эту дорогу, если у нас есть хайвей. Супер. То есть туда не надо, чтобы вела стандартная дорога. Достаточно того, что туда просто будет идти хайвей, и машины будут добираться. Хорошо. И он работает как мост, он работает как все. Блин, на самом деле... Sounds like a plan. И причем белые не лезут на дороги общего пользования, синие не лезут на дороги общего пользования, на дорогах общего пользования только желтые. Получается, это тогда уже не дорога общего пользования, это дорога для желтых. Посмотрим, как это все будет работать.
А стоит ли мне? А я тут не могу поставить, да? Два моста, наверное, возьму. А почему сюда нельзя? Сломайте вот этот участок, чтобы желтые сюда вообще не совались. Пусть желтые ездят по своим делам. Синим вот сюда. Белым. Вот сюда. Все, более-менее распределили. Хорошо, хорошо. Минуточку, а красные и желтые хайвеи? Красные, это значит, его нельзя переставить, желтые, значит, можно. Так я понимаю? Хорошо. Да, ты издеваешься. Хорошо, что я два моста взял. Пока вроде все выглядит неплохо. Не, он белый не прицеплен, я его не заметил сразу. Мне нравится, когда домики стоят вот рядышком, такое сообщество получается. Когда домики ставятся отдельно, к ним приходится тащить дорогу, они еще и пересекаются с другим движением. Вот это немножечко проблематично. Ну, как говорится, ладно, пока это работает. Здрасте. Для вас вообще отдельную экосистему сделаем пока что. Мостов у меня не осталось. Да, дайте мне еще один мост сейчас. Вот в воскресенье будет, дайте мосты. Ну, блин, или придется хайвей делать, опять же, такие. Два моста, да, давайте. Так, подожди. Или это 9 хайвеев, и которые я потом, в принципе, больше не получу другие. А, подождите, красная зарисовка, это не значит, что я не могу это сделать. Ай, ну какого же фига? Ну, просто красная заштриховка, мне казалось, что типа я не могу этого сделать. А оказывается, я все могу. Вот этого белого я не хочу на него тратить. А, видимо, придется. Угу. Хорошо, я вас понял. Сюда и белые, и синие будут ездить, правильно? Так, подожди, а синие и голубые это ж...
Это одно и то же, не одно, по-моему. А, не-не-не-не-не, подожди. Нет, есть бирюзовые, типа голубые, есть синие. Синие туда есть, все, нормально. Вот этого четвертого хайвея нам хватит, чтобы покрыть вон те расходы, чтобы туда чисто трасса шла и все. Итак, нам... Да, видите, нам больше не дают хайвеев, нам... Типа дают их 9 в начале, вот в чем челлендж, что их просто больше не будет. С другой стороны, я не помню, чтобы у меня в игре хоть раз было 9 хайвеев. Так, у меня 2 кольца, 4, давайте еще светофоров подвозьму. Ох, насыпали. Тайлос у нас хватает на самом деле, это приятно. Вот эти вот синие квартальчики, белый квартальчик. У них прямо над головой проходит трасса. Серьезно, как вы так живете? Я так сделал, я понимаю, но все равно. Желтый увеличился. Супер. Крайне рад за него. У него въезд под трассой, да, здесь. Но там тебе никто не мешает, там даже другой дороги никакой нету. Угу. Опять же, они все выезжают и будут ехать вот сюда. По распределеночке, нормально. По идее, работает. По идее, схемка рабочая. Мы таким образом избегаем заторов в центре, потому что у нас центра как такового больше нету. Вот. И, а знаете что? Вот так, чтобы они туда и туда ехали. Нормально. У нас достаточно много домов, которые снабжают. Блин, синий появляется, появляется. Нет, ну хорошо, конечно. На здоровье им. Угу. Угу. А еще 2 моста возьму. Так, желтые. Сюда, сюда. Сюда будет идти отдельная дорожка к тебе, поскольку плиточек у меня вроде пока хватает. Поп-поп-поп-пом. Ну, вот пока все выглядит неплохо. Заторов пока не наблюдается. У нас там трехэтажное движение происходит. Хочу ли я? Ну, блин, его тут нигде не поставишь. Вот в чем прикол. А толку тогда с него, если его нигде не поставишь? Так, у нас появился торговый центр здесь. Значит, нужно вот этих ребят подключать. Здрасте. Я могу себе позволить такое расточительство, наверное.
Так, что у меня еще из домиков там есть? Я немножечко не пойму логику кругов. Белый. Так, о, два тон... Подожди, а тоннели... Да, давай тоннели, у меня их нету еще. Там горы сверху намечаются. Лучше перестраховаться. Так. Убираем тогда вот эту нафиг. Может быть тогда от белых еще и сюда провести один? Ну-ка. На вот этот перекресток давайте. Вот сам подключился, хорошо. Желтый появился очень удачно за 3-9 земель. Нет, нет, зачем? Просто разверни его изначально. Угу, еще один белый. Но они пользуются. То есть у нас сейчас все хайвеи используются. Ни один из них не поставлен просто так. Хорошо. Это приятно. Распределение ведется пока неплохо. У нас везде по одному-два человека, по одному-два заказа накапливается в супермаркетах, и их сразу забирают. В принципе, все пока что звучит очень даже очень. Ага. Да, блин, а у меня светофоров много, их не использую. Я один этот использовал, я вот это так вот сделаю лучше. Плиточек хватает. Плиток в два раза больше дают, и теперь их реально хватает. То есть до этого у меня было парочка случаев, когда оно могло как бы вот нет, а вот сейчас оно прям да. Зеленые появились. Я оба туннеля потратил. Фига себе. А, стой. Ну, убери эти туннели, я же их отменил. Тебе обязательно нужно, чтобы машина эта вернулась, да? Я понимаю. Хорошо, давай. Я один тоннель хочу на это использовать, а не два. Все.
Все, нормально теперь. Так, я там зациклился на этой штуке, у нас больше ничего не происходило на карте. У меня есть, кстати, такая проблема, я могу отвлечься на какую-то одну отдельно взятую проблемку. Вот, да, видите, у нас домик не подключенный, например. И не замечать, что творится вокруг. Так, два моста. 40 плиток. А синиши еще сюда ездят, точно. Ну, смотрите, синих начали сейчас гонять через хайвей, как раз вот туда к тому торговому центру большому. Они через кольцо, через хайвей, им удобно очень получается. Хорошо, супер. Все работает. У зеленых ребят прикольно. Выехал, проехал полчасика по туннелю, приехал в торговый центр, выехал. Да. Зачем для этого отдельного дома целый отдельный такой подъезд? Обойдется. Зеленые. Соединю их, чтобы они вверх по туннелю ездили, а не через нижние. Я надеюсь, что они будут ездить вверх по туннелю, даже вот эти дальние, которые появились. Желтый. No problem. Вот снизу зеленый сейчас выехал, посмотрим, куда он поедет. Я вижу торговый центр, да. Он вниз поперся. Ну какого же ж... Он вниз, через трафик, через все. Ну, блин. На тебе тогда отдельную дорогу туда, что ли. А еще два тоннеля, да, давайте заберу. Что я хочу сделать? Давайте подумаем. Хочу, наверное... Не, не хочу, подожди. Зеленый не настолько забивает трафик, чтобы для них сейчас сделать отдельный... Посмотрим. Пробок у нас пока нигде нет. Короче, сам... Я понял. Самая большая проблема — это пробки. Вот, зеленые у нас будут разъезжать в два дальних в два дальних угла города. Короче, просто эти туда, эти сюда. Слушайте, получается, у зеленых вообще самая веселая жизнь. Они или по туннелю едут, или по мосту. Я бы хотел, на самом деле, когда вот, там, допустим, едешь на работу или что-то такое, туннель или мост, я понимаю, что это, ну, теоретически более небезопасно, но все же, это какое-то приключение такое. Это такое, о, круто, какая-то смена обстановки, это выглядит классно. Я могу тут круг зафигарить? Могу, давай. Извинюсь. Это нам немножечко облегчит. Если бы я, наверное, внизу еще мог бы. Вот тут я не могу. Из-за хайвея, да? Да. Но я могу его, если что, потом подвинуть. Что появилось где? Почему я провтыкал? Белый домик появился. Хорошо. Какой-то торговый центр увеличился, да, мне кажется?
Так, воскресенье. Давайте 4 светофора будет и 4 рандебаута. 4 кружочка. 2 мы уже всобачили. Ну, желтый торговый центр появился. Отлично. Офигенно. Желтые в центре прям бомбят. Смотрите, там торговый центр закупает один за другим все. Так. А вот это что за тырдочка? Все, вопрос снят. Вот так просто сделаем. А сюда круг на движение. Да, вообще идеально. Желтые сюда. Желтые сюда. А знаете что? Сюда. Тут у нас 3 голубых торговых центра, которые нам надо обслуживать. Домов появляется просто трындец. Вот, они сразу сюда и поехали. Хорошо. Зеленый у нас в разных углах находится, к желтым там есть местное обслуживание, к голубым мы подключили. В принципе, пока все выглядит многообещающе. Два моста или два тоннеля, у меня этого 3, так что давайте, наверное, мосты, они мне сейчас будут более релевантны, мне кажется. Кажется, нужно желтых немножечко перенаправить. Вот так вот. Чтобы, если что, вот эти снизу могли тушить пожары сверху. Или они могли бы ездить вот сюда, на центральный остров. Тоже было бы хорошо. Если мы сделаем, допустим, вот такую дорогу, то они смогут быстрее добираться сюда. Там будет разворот с торговым центром. Хорошо. Мне осталось две шоссейки. Два хайвея, которые я могу влупить. Посмотрим. Ну, на самом деле, сейчас это вполне выглядит как завершенный проект города. Я не знаю, что сюда еще мне впихнут. Возможно, они будут апгрейдиться как-то. Я не особо вижу, но вот на центральном острове еще немножечко мест, куда можно впихнуть дома. Ну ладно, может быть, внизу еще. Посмотрим. Центральный желтый торговый центр, он меня немножечко беспокоит, потому что там дохренища просто трафика. Там чисто желтые ездят, да, но они просто не успевают это разгребать. Смотрите, он скоро тикать начнет. Давай...
Желтый, желтый. К нему просто подъезда такого нету. Туда едут вообще все машины, которые только могут ехать. Там просто стоянка тесная, смотрите. Они разъезжаются вообще идеально там. Блин, с желтыми проблема прям. Нужно как-то создать, чтобы они разъезжались. А, и сверху теперь с желтыми проблемы. Офиген. Вообще, в принципе, с желтыми проблемы, потому что они не успевают все это разгребать. А, может сюда светофор влепить? Не могу я сюда светофор влепить. Так, белые. Ну, белые туда едут потихонечку. Светофоры, туннель, давай. Ребята, у меня физически не хватает желтых машин. Такси не вывозят. Ну все, да, сверху мы проиграли. Да, вот этот верхний лопнул. Хорошо, 1862 человека, все равно очень хороший результат, но, блин, они... Я видел, что у меня желтые машинки немножечко подтормаживают. Нужно было им чуть-чуть лучше организовать поток движения. Но количество желтых машин было недостаточно. Они просто не вывозили. Поехали, ладно, посмотрим, что у нас в Мумбаи творится. У нас, кстати, открылся Дар... погоди, Дар Ас-Салям у нас уже был, да? Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Вообще не проблема. Поехали в Мумбаи. Чтобы следующий Нью-Йорк открыть, нужно 400 человек в Мумбаи. Поехали, как раз этими займемся. О, ЖД. Наш старый друг. А, это будет весело. Вот он, таракан скачет. Останавливается, и у нас появляются первые заказы. Смотри, чпуньк. Опа, поехали. Так. Сорян, пока были на паузе, у нас появился желтый. Так не могем. Так могем зато. Мне нравится, что они сделали то, что вокзальные торговые центры и обычные торговые центры, они отличаются по размеру. Ну, по крайней мере, визуально видно, что этот относится к одному, этот к другому. Это удобно, спасибо. Hmm.
Через какой цвет тут появится второй? Да, ребят, то, что вы говорили, что колесиком прокручиваешь ближе дальше, это работает только до того момента, где у тебя карта открыта. Вот, например, ты приближаешь и потом отдаляешь. Но еще дальше отдалить не получится. Что с дорогой? Да ну... Ладно, у нас воскресенье, сейчас он доедет. Возьму roundabout и... На. К сожалению, дальше отдалять не получается, можно только приближать. Про то, что я говорил в прошлый раз, что когда ты играешь на телефоне, то ты можешь отдалять максимально. Ну, то есть даже когда у тебя карта еще не открыта, до конца ты можешь изначально ее отзумить и посмотреть, какие там есть вода, препятствия и всякое такое. Вот, вот про что я, собственно. А не то, что вы подумали. Хорошо. Сколько у нас стайлс осталось? 21? 21. Уберем этот перекресточек. Ну, я убрать перекресток хотел, ладно. Вот здесь будет перекресток. Не, я понимаю, что, в принципе, сам замысел полностью брать перекрестки, он нелогичный, потому что все равно придется их рано или поздно ставить. Но хотелось немножечко насладиться порядком, а тут... А тут такое. Ай, блин, ладно. Давай тогда и тут соединим, если... Видите, здесь не справляются две машинки, сюда надо, чтобы выехали остальные. А у нас... А у нас есть круг... Круг я пока не... Сделаем через вокзальную площадь проезд. Так, ты у нас подключаешься сюда, а ты вот сюда. Серьезно, у меня плиточки не хватает. Мне тогда 30 плиточек насыпьте, пожалуйста. После того шика, когда тебе дают по 40 плиток каждый ход, конечно же, да, сейчас начинается небольшой дефицит. Они что-то сигналят, типа, едь, чувак, что ты застрял, едь. Чего тогда этот домик вот так вот, сэкономим одну плиточку. Видите, карта сейчас потихонечку отзумивается. Каждый раз, когда нам дают новые какие-то территории, она потихонечку отзумивается, потихонечку. Хотелось бы видеть сразу и все. Никто не может получить сразу, что он хочет, это я понимаю. Что у нас опять желтых домов не хватает. У нас два желтых домика обслуживают два торговых центра. Один привокзальный, один большой. Розовых? Да, пожалуйста. Ну да, там три зато торговых центра. Ладно, возможно, я гоню. Возможно, я гоню. Возможно, это все неправда. О! Чпуньк. Подсоединяем. Угу.
Если я скажу, что ожидание сильно усложняет жизнь, это, наверное, будет звучать крайне банально, да? No shit, Sherlock. С другой стороны, должен быть какой-то челлендж. Моторвей или мосты? Мост. Мосты. А давай моторвей возьму. Что как-никак один мост у меня есть, а моторвей мне в запасе пригодился бы. А еще лучше 9, да? Не, нельзя, короче, играть в недельные челленджи, потому что ты после... Они так тебя расслабляют, ты после этого вообще... Как? Что? Так. Какой мост? Я тебе дам мост. Мост ему, блин. Да-да-да-да-да. Расскажите мне об этом. А что если... Вот так вот сделаем немножечко. Давайте. Мне кажется, так было бы логичней. Еще один привокзальный торговый центр. Ну, вот вообще красота. Правильно? Правильно. Сюда может еще и светофор... А, у меня светофора нету. А что если... Смотрите, что сделаем. И вот отсюда, вот прям куда-нибудь, вот сюда. Тактика галактика, не? Чтобы просто эти ребята не засоряли нам там трафик. Мы их отгородим, закинем наверх. Отсюда сделаем тоже им, например, какой-нибудь 30, пожалуйста. Знаете, свое с блэкджеками и мамзелями. Вот этого подключим сейчас. Блин, деревья придется разломать. И пусть они сами вот это вот все тут ездят, кружатся. Немножечко сгрузим их. Розовые и желтые у нас будут по кругу кататься, разъезжать. А вот эти вот... Блин. Ну хорошо, допустим, пока вот так. Так получается, голубые не будут стоять в очереди на переезд, они не будут забивать мне трафик на перекрестках, они будут сразу разъезжаться к своим торговым центрам, которые им нужны, и мы их, получается, выкидываем из системы. Очень хорошо. Синие, которые фиолетовые внизу, они мне немножечко мешают, на самом деле не настолько мешают, чтобы это было проблемой. Но мы, знаете, что мы, наверное, можем сделать вот так лучше, чем вот так. Чтобы они ехали, заезжали с этой стороны, тогда красные, розовые будут заезжать с этой стороны. Им никто не будет впиваться в трафик там сбоку, и все будет тогда пучком. Да, давайте так сделаем. Вроде как для этого придется потратить больше плиточек. Охренеть, как я это пропустил. Тут мост нужен уже. Специально для этого домика. А вот здрасте, да.
А еще один моторвей. Да, пожалуй. Блин, я бы хотел мост. Я бы хотел мост. Ну, собственно, из-за этого я бы хотел мост. Придется неделю ждать. Ну, то есть домик я не могу подключить, потому что я не хочу на него тратить ни моторвей, ничего. Тот домик у нас пока просто постоит. Я надеюсь, у нас хватит тачек фиолетовых для обслуживания этих двух торговых центров тут снизу, поэтому... Если на следующей неделе будут давать мост, я его возьму. Я могу потратить, конечно, 100-500 плиток, сколько у них, 22 штуки. Чисто теоретически... Я туда даже не могу строить, все, забейте. Пока там один домик, это нормально. Если там уже будет большое поселение, вот тогда начнутся проблемы. Я подумал сейчас переорганизовать немножечко розовое, но они вроде справляются. Если они будут справляться, то, возможно, придется их немножечко переделать. У меня уже даже есть план, как это сделать. Пока что... Пусть будет, как будет. Огромный желтый торговый центр. Мне надо, чтобы он через круг проходил. И вот этот трафик тоже, чтобы через круг проходил. Хорошо, мост. Вообще не обсуждается. Хорошо, эти ребята будут ехать сюда. Желтые с розовыми сюда. Этот кусок дороги можно убрать, он никому нафиг не нужен. Здрасте. Там слишком много желтых появилось. В том районе. О, здрасте. Тебя-то я тоже не заметил. Ну, по крайней мере, с этим у нас не должно быть пока что проблем. Они так обобщены. Как-то нормально вроде как вытягивают. Меня пока беспокоит, моста у нас нету лишнего? Конечно же нету. Нам нужно еще один. А меня пока немножечко беспокоят розовые. Нам надо ускорить процесс, чтобы розовые не занимали вот тот круг, чтобы они ехали напрямую сюда. На кругу пусть они там крутятся с желтыми, вон к тому торговому центру вокзальному. Так, мне нужен хайвей, но, блин, мне еще и мост нужен, так что возьму пока что.
Спасибо. Но тут есть чем крыть, так скажем. Попробуем подсоединять розовых от центрального круга. Пусть там только одна... Пусть там только один домик крутится при этом. Пусть желтые еще сюда едут. Почему они только через круг? В самом деле, что им не сделать сразу дополнительную дорогу? Через круг они едут в большой торговый центр. Да, тут я согласен. Супер, там появился. 400 человек в Мумбаи. Развезли. Квест выполнен. Значит, нам откроется следующее. Теперь играем для своего собственного удовольствия. Че я там говорил? За час затянется серия? Ну, как бы вот. Ну, вот как-то там вот, да. Оранжевый! Кто такой оранжевый? Почему он здесь? Чем мы можем облегчить? Ничем мы не можем облегчить. Так, фиолетовый. На тебе сразу сюда. Оранжевый просто, ну вот как-то в нигде у нас торчит. Он теперь у нас будет просто забивать трафик. Да, его немного, но все равно неприятно. У нас там был такой чистый хороший незамутненный трафик, а ну вот так вот. Блин, моторовые придется брать. Я даже примерно вижу, куда он пойдет. Вот сюда, на обслуживание этого здоровенного торгового центра, иначе он загнется нафиг. А, серьезно? Примостился такой. Здрасте, я тоже теперь тут буду жить. А, мост у меня один есть. Я боюсь, что вот тут вот внизу рядом с желтым слева бомбанет. Ну, вот так, как вы видите. Сколько у меня плиточек? А плиточек у меня вообще нет. 24 штуки, это очень мало. Там теперь хаос получается из-за того, что я там создал хайвей, блин. Ай. А что если... И убрать эту фигню. Не, подъезд сюда мне все равно нужен. Офигеть. Но у меня нет столько ресурсов, вы чё? Вот это желтый торговый центр сейчас бомбанет тоже. Красиво будет. А, так. Видите, у меня нету плиток, чтобы достроиться до туда. Это вообще печально. Дай мне просто три... Один мост. Мост и 20 плиток. Пофиг, что он кривой. Мне просто должна быть объездная дорога понизу, так.
Едь. Отправьте просто сюда все желтое, что у вас есть. Ну, блин. Ясно, из-за этого желтого мы сейчас лопнем. Потому что оно не успевает прийти. Даже по рандебауту у нас вот тут вот... Вот этот желтый уже крутит. Опять, слушайте, опять у нас не хватает желтых машин, потому что они все в разъездах. Даже не особо-то в пробке, кстати. Ну да, там 3-4 машинки стоят в пробке, но их просто не хватает. Хорошо, тут сбросили, оно опять накрутилось. Тут сбросили, оно опять накрутилось. Сейчас сюда. Да, вот тут машины, желтые машины долго стоят в пробке, потому что... Куда вот этот желтый... А, он вот сюда поехал, серьезно. Ну, в принципе, да, там же тоже надо спасать. В общем, сейчас у нас лопнет один из желтых торговых центров. У нас они все три, в принципе, забиты. Они все три стоят такие на грани, которые... Ай, блин. Синие тоже. Ну, вот сейчас у нас прям, да, плохо организовано движение. Это я вижу. А, у меня закончились тайлс еще к тому же. Вот воскресенье нам даст что? Нам даст... Хайвей. И я даже не знаю, откуда этот хайвей тащить. Блин, мне по идее желтых надо. Давайте как раз от желтых. А почему туда? Туда и голубые начали ехать? Ну там же я же его ставил не для... Ну хотя, в принципе, ладно, если они там будут. Вот это там адский перекресток сейчас стал. Смотрите, они просто стоят. Разъезжайтесь потихоньку, ребят. Ух. Они скачут с одного хайвея на другой. Каким... Блин, я, по-моему, тут создал природный рандебаут, только они не очень хорошо разъезжаются. Тем не менее, вон, да, желтый посередине сейчас треснет, потому что тут тоже все хорошо. Едьте! Ну, блин, ладно, чего тут желать? Я бы желал, конечно, наверное, чтобы до 1000 доехали, но до 1000 мы не доедем. У нас из-за поезда, из-за скопления трафика здесь, у нас на хайвее пробка стоит. Это уже просто трындец. Ладно, до 1000 мы не доедем, 982 человека — это наш предел на сегодня. Но на самом деле я доволен. Я доволен тем, что я смог создать пробку на хайвее. Я доволен тем, что мы открыли новые горизонты для нас. Ну, это, конечно же, будет в следующий раз, ребятушки. Так что сейчас серия и так уже достаточно затянулась. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.